этом году впервые на территории Тюменской области, пока только лишь по охотпользователям, была проведена весенняя охота на медведя. Вот, и уже наши коллеги-охотники из стран Евросоюза этим заинтересовались. Вот те турфирмы, которые приехали в этом году и проводили охоту на копытных, на лося, на косулю, в общем-то, имеют большое количество заявок. Ну, в общем, тоже с охотпользователями эта ситуация обсуждается, кто готов за это взяться. Ну, конечно, это наши в основном северные районы. Там, где плотность зверя достаточно высока, но есть вопросы, связанные с транспортной инфраструктурой. Но в любом случае, тем и интересен наш край, что пока мы можем охотнику предложить на сегодняшний день как раз охоту в естественных условиях, в естественной среде обитания. То, чем Европа уже с каждым годом может похвастаться меньше и меньше.